И снова здрасте, дорогие мои детишечки, дорогие друзья и просто зрители. С вами снова Карлик Ситрия. Мы проходим Крока, легенду гобусов. В общем, у нас сейчас заснеженный уровень, второй босс-файт. Какой-то демон Итси. Какой-то баран снежный, в общем. Я понятия не имею, что это такое, поэтому... Ну, наверное, если вы смотрели прошлую серию, то вы, наверное, увидели, что это какой-то мутант, образовавшийся из своры кроликов. Так что, наверное, если там было 4 кролика, и они все в одного трансформировались, то это будет веселая битва, наверное. Так вот ты каков. Ну, давай. Я тут. Давай. Воу-воу. Ух ты, ни хрена себе. Я же говорил, что это будет интересно. Бр-бр-бр. Воу. А, ну маленьких-то совсем просто. Опа. Воу. Ай. Фух. Зашибись. Я их все сделал. Крок типа в недоумении. Что это такое было? Ну ладно, мы прошли второй уровень. О, да мы даже второй секретный уровень нашли. Это хорошо. Так, что там у нас? Я ни хрена не понял. Ладно, давайте сохранимся вот здесь, вот прямо на этом месте. Именно здесь. Так. Посмотрим. Угу. Ясно. Так, ну ладно, теперь, в общем, бежим вон туда. Так. Ага. Боинг. Они с таким прикольным звуком появляются, эти платформы. Да и вообще, я очень люблю вот эти кнопки, которые продавливаются и исчезают. Вот сам не знаю, просто они меня очень радуют. Я сам не знаю почему, просто они такие прикольные. Ты куда кидаешься? Снежочками, блин. Так, а допрыгнули? Допрыгнул. Воу-воу-воу-воу-воу. Отлично. Ты нехороший человек. Ой, да, точно, ты же не человек. Ты что-то непонятное и, предположительно, очень опасное. Так, ну ладно, мы тут все полезное забрали, так что нам больше делать нечего. Ух ты, какие узкие сухожилия. Или что это вообще такое тут растягивается? Понятия не имею. Что там такое? Ой, паучочек! Паучочек, здорово! Кто бы мог подумать, что в снегах водятся пауки. Если это в самом деле так, то... Ой! А, блин. Короче, если в самом деле в снегах водятся пауки, а я вот как бы оказался тут капитаном очевидности, то вы меня извините, потому что я вообще не слышал еще ни об одном снежном пауке. Или там снегообитающем. Короче, вам виднее. Оп. Опа. Ой. Да ё-моё. Все-таки меня это уже начинает злить. Да, сильно злить. Так сильно, что мне это даже нравится. Не сочтите меня идиотом, просто у меня своеобразный юмор. Ай! Я, наверное, первый раз такую фразу говорю. Так. Оп. Ой. Ой-ой-ой. Ой.
Ладно, все-таки добрались до еще одной дверки. Заходим внутрь. Что-то у нас... Я не понял, а в чем прикол? Так, ладно. Что-то мне это не нравится ни хрена. Что это такое? Блин, мне уже не по себе от всего этого. Не, ну вот даже в Crash Bandicoot не было вот настолько вот яблочных уровней. Вот я еще не помню, что вот там вот было... Чтобы вот там вот были платформы, по которым надо было вниз прыгать. И вот на которых висели бы в таком виде яблоки. А, ну вот, собственно говоря, и то, зачем мы сюда перлись. Это вот кусочек мозаики. Итак, мы их собрали уже 4 кусочка. Это своеобразный рекорд. Так. О, Вива ля Мексика, ё-моё! Да мы же в Мексике сейчас, братюни! Рива, Рива! Что-то вообще полагается говорить. Ладно, начинаем. Вот если честно, я эти уровни не очень люблю, потому что они... Вообще, потому что я не люблю песочную гамму. Тут везде желтый, голубой, другие такие цвета, режущие глаз. Это все напряжно для меня. Я вообще не люблю таких ярких цветов. Я люблю такие простые, мягкие цвета, на которые приятно посмотреть. Ну, если понимаете, о чем я. Так, опа. Мне типа как бы нужно допрыгнуть. Черт, я себя ощущаю Индианой Джонсом, когда вот в таких вот интерьерах обитаю. А, ну тут уже точно видно, что пещеры, они каменные, потому что тут, видите, все в рыхлой породе выдолблено, такие характерные, ой, рисунки на породе. Ну, в общем, вы понимаете, да? Я надеюсь, что вы понимаете. Так. Оп. Так. Ну, где подвох? Пока что подвохов нет. Пока что. Спорить готов, там еще один гобос. Ну, я же говорил, ё-моё. Я сказал ё-моё, но никто меня не понял. В результате я оказался умнее всех. Ой. Уйди, братюнь. О, они еще и рогатые. Он с таким прикольным звуком так. Да. Меня это прикалывает. Блин, сейчас музыка такая мексиканская, как будто вы в этих сериалах, где. Ну вы ведь в курсе, что такое мексиканский сериал, да? Или бразильский сериал? Короче, такая драма, все такое. Ну я точно вам сюжет не могу описать, потому что я никогда не смотрел этих сопливых сериалов. Но могу вам привести пример. Просто Мария. Что такое просто Мария? Да. Я не знаю, потому что я не смотрел никогда просто Марии. Ой! Снова обжегся. Да уймись ты, братюнь, я тебя сейчас выпущу. Так, опа. Так. Да. Я снова не туда. Не там оказался. Ну давай же, ё-моё. Какая-то камера неудобная, ей-богу. Ай, ладно, подождем. Черт, я даже не знаю, что делать-то надо. Ладно, давайте снова сюда вот. Опа. О! Это хорошо! Мы подобрали изумрудик. Я люблю изумрудики, они такие зелененькие. Да. Как виноградик.
Держись, братюня, я к тебе иду. Так, ладно. На этом кончается наш эпизод Viva La Mexico. Ладно, шучу. Короче, еще один эпизод закончился. С вами был Карлик в свитере. Пока, детишечки. Я скоро вернусь.